Половинку лимона. Три вот таких банана. Ты тоже хочешь кушать что-то, а? Ну что, решили мы приготовить овсяное печенье. Готовить будет супруга. Это на затылком стоит. Вымеряет по граммам. Ну, конечно, можно все на глаз сделать. Рецепт будет в описании. Самый главный ингредиент, что у нас? Творог, овсянка, яблоки, банан. Мед должен быть там присутствовать. Лимон. И еще сок лимона. Будем выжимать лимон. И получится, мне кажется, такой интересный вкус, кисло-сладкий. 200 грамм получается овсянки, 2 яблока, 3 вот таких банана. Половинку лимона, сок оттуда выжимаем. В рецепте было целый лимон, но мы решили половиночку выжать. И обязательно добавляем любовь и благодарность. Бананы можно размять вилкой. Там сверху сливки, получается 2 банки, это 600, а надо 500. 2 чайные ложки меда, остатки. Даем доедать. Тоже овсяное печенье хочешь? А ты проглот такой, а? Кушал ты сейчас только. Выпекаем при 180 градусах 30 минут. Вот такие вот получились печенюшки.